Всем доброго времени суток. Сегодня у нас по просьбе моих друзей я делаю видео, как сделать субтитры на YouTube. Со страницы канала нажимаем «Управлять видео», выбираем видео, которым нам надо сделать субтитры, выбираем субтитры, в данном разделе нажимаем «Добавить» и вводим вручную все те надписи, которые у нас начинают появляться. Вот в данном случае я пишу заглавие своего видео. И начинаем его пролистывать. И вводим все то, что мы проговариваем, либо какие надписи вот появляются в самом видео. Вводим все на родном языке. Вот. Стандартная длительность появления субтитров – это 2 секунды. Добавлять иконки можно вот или добавить подпись нажать. Либо если у вас идет речь постоянно, то нажимаете Enter и появляются новые вот эти окошки, в которые вы вводите то, что проговорили. Копирую текст некоторый, чтобы проверить правильность перевода. Если перевод будет такой немножко кривой, то ну, некоторые выражения можно изменить. То же самое, но уже другими словами написать. Также можно изменить время, сколько будут длиться субтитры. То есть в данном случае я вот выставляю, чтобы они длились 10 секунд. Вода ушла. И далее продолжаю вот те надписи, что появляются. Приостанавливаю видео. Добавляю вот окошко. Оно по времени, если добавить подпись нажать, оно по времени автоматически появляется. В нужное время. И написав все мы это. Так, и по окончании, вот, не забываем нажать опубликовать все это дело. И оно уже готово. И уже можно перевести. Первым делом я перевожу всегда на английский язык. Потому что потом, как бы, переводчику будет проще уже переводить на другие языки. Если есть родной и английский, основной, на котором, как говорится, YouTube и сделан изначально. И Google переводчик. А также вот мы переводим название. То есть я вот забиваю в Гугле название, Google переводчик, перевожу, вставляю. Вот. А в Яндекс переводчик я вставляю уже текст из описания видео. Также переводим. Копируем, вставляем. Не забываем нажимать кнопочку «Опубликовать». Выбираю другой язык, вот немецкий в данном случае. И вот смотрите, как это производится. Перевести. И тут уже текст есть.
Нажимаем опубликовать. Все. Субтитры готовые. И как показывал ранее, вот тоже меняем только язык. Копируем все это дело. И вставляем. То есть в данном случае жители Германии будут видеть уже субтитры сразу готовые. Им не надо будет там никуда нажимать. Также зрители других стран будут видеть на том языке, на котором уже есть перевод. Не забываем нажимать кнопочку «Опубликовать». И тут можно вот добавлять переводы на любых языках.